Красного нет, Степашка. Ой, смотри! Ой, смотри, вот дудка она. На стуле. Вот она, может она волшебная? Давай попробуем. Давай я дуну. Ну-ка. Ну что, растешь? Я нет, а ты? Нет. Давай я теперь попробую. Что, расту? Нет, не заметно. Ой. Давай я еще раз дуну. Попробуй. Нет. Не, опять не по... Чего не по... Ой, Степашка, смотри-ка, ложка. Ой. Ой, Степашка, иди сюда, смотри. Вот, ложки. Ой. Интересно, вот, к чему бы это? Да, они... вот зачем они среди инструментов? Ты не знаешь, Крюш? Знаю. Знаешь, зачем? Это, наверное, когда вот эти вот музыканты, которые великаны-то, проголодаются, они тут же, наверное, и обедают. Ой, а интересно, что они едят на обед? Ой, Крюс, а тут вилок нет? Нет вилок? Нет, вилок нету. Ну, мне, Степашка, знаешь что? Что-то очень хочется домой. И мне. Крюша, давай скорее. Говори свою, это вот мур. Нет, хрю. Говори, а? Все равно здесь нет ничего волшебного. Ой. Ой, что это? Что это? Откуда это? Цифра. У тебя нет игры. У тебя нет в тарелочках игры вторая цифра. О, Степашка! Вот тебе великаны! Это же дети! Давай послушаем. Давай только потихоньку. Мы же с тобой без приглашения. Да. Почему вы здесь играете, когда здесь нет слушателей? Да. Привет, а вы? А мы, да. А что ты вообще тут делаете-то? Репетиция. А, репетиция. А можно мы послушаем? Можно? Что такое? Это же никакой не инструмент. Это русский народный инструмент. Да? А как он называется? Рубель. Как? Рубель. Рубель. Ну-ка, попробуй сыграй. Ух ты, здорово! Слушай, а вот это у вас оркестр, да? Да. А тебя как звать-то? Наташа. Слушай, Наташа, а как она называется, вот этот ваш оркестр? Родничок. Ой, какие дощечки! Ты что себе повесил дощечки на пузо? Это трещотки, русский народный инструмент. Что, они трещат, что ли? Да. А как? Ой, здорово! Ну-ка, дай мне попробуй. Ух ты, какая рогатина! А это что такое у тебя? Это инструмент, русский народный инструмент. А как он называется-то? Ухват. 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 Вот, Степашка, посмотри, как получается. Мы с тобой
уже можно даже считать артисты, да? Да? Да. Все ребята знают, а мы с тобой ни на одном инструменте играть не умеем. Да. Они такие маленькие, вот, а уже вон даже на ухвате умеют. Хрюш, для этого специально учимся мы. Учимся. Да, да, а трудно учиться. Ну, как тебе сказать? Ну, как есть, так и говори. Трудно? Сначала вот трудно, а потом легко. Знаешь, вот когда начинаешь, трудно, а когда кончаешь, получается легко. Обедать будешь, да? Нет. А что, те ложки? Да, на них играют. На ложках? Да. У нас целый оркестр русских народных инструментов. И играем на разных инструментах. А можно мы еще к вам придем на концерт? Конечно, можно. Приходите к нам еще и на концерт. Крюша! Крюша! А где наша знакомая? Ну, сейчас увидим, где. Здесь их нету. Здесь только взрослые артисты. Не могли же они так быстро вырасти, правда? Степашка, вон они идут. А, ну пошли скорее в зал. Пошли. Очень понравилось. Приходите к нам еще. А можно, да? Ага, мы на все ваши выступления придем. Вот спасибо вам, ребята. Только сейчас-то уже поздно, и нам пора пожелать ребятам спокойной ночи. До свидания, ребята. До свидания, девочки и мальчики. Спокойной ночи. Усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться и ей пожелать. Сказки можно.
нужно покататься на луне. И по радуге промчаться на коне, со слоненком подружиться и поймать перо жар птицы, глазки закрывай, баю-бай. Баю-бай, должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай.